А потом... Ну, я понял, да. А у него, видишь, у него старая машина. Видишь, ремень сделал? Либо ремень сделал. Сейчас дай мне посмотреть. Мы подходим к съезду, к этому заходим, выходим, я смотрю, там этот сбоку прямо возле. Блин, ну это вода замыла, посмотрите, на нем одежды нет. Как бы он сразу резко начал разлагаться. Ну, сейчас мы туда поедем. Да, связь там через машину, вот камри, которая стоит, она ретранслятором стоит на кошеле. Это вот мы видели вот эти ребята. Там еще ребята, там две охотоведы, у них лодка, они где-то за воду большие, они проходят. А там прям съезд, прям конкретно туда, вот вниз, в воду. Ну, сразу перекрестки, где машины стояли, первые две машины, то справа деревня. Сегодня на массу. А они уже прошли. Да, здесь вот это вот русло от начала, где вот с этой... Пистолет с ним. Ну, мы на всякий случай и здесь водолаза заснули. Вот это место. Как раз вот это вот место еще отапливалось. Понимаете все, что там за шум это стоит? И почему-то это было вообще равноценно. Пускай идут точечно, наиболее вероятные места. Это излучено и это конкретный затор. Приятель, пока обнаружение одного трупа. Мы сейчас перестроим тактику, безусловно, будем обращаться руководству главного управления МЧС России. Ряд сотрудников останется, чтобы провести поисковое мероприятие вдоль реки. Главное управление. Вопросы? Все по машинам. Я начальник ГУВД Речицкий, генерал-лейтенант. Побеседовать с вами хотим один на один. Присутствие конвоира – это неотъемлемая часть того, что мы с вами должны условия безопасности соблюдать.